Печка. Ну и где это я вообще проснулся? Что за ледяное королевство? Лёха! Василич? Лёха! Василич, ты Лёха! что-то окубел. Здорово, Василич. Ты как здесь оказался? Я не знаю. Я не знаю, как мы тут вообще оказались, но... Видимо, мои усы не хотят, чтобы мы оказались здесь. И почему ты какой-то кубический? Ты тоже. В смысле, я тоже? Обалдеть, а почему я так выгляжу? Нифига себе, я симпатяка, кстати, между прочим. Мы, короче, с тобой, походу, немножечко окубели. Я говорю, тебе не заглядывать в те странные места. Да, как обычно. Я просто последний помню, что я уснул где-то и в какой-то пиццерии. Мы проснулись здесь. Я не знаю, но нам надо что-то делать. Да, Василич, давай что-нибудь делать. Не знаю что, буду добывать листву. Тебе нужна листва? Нет. Нет? А что, поешь листики. А здесь листики канают как валюта местная или нет? Нет. Жаль, когда так. Нам ставили какие-то имплантанты в глаза. Импланты в глазах у нас? Да. Да. Я тоже вижу справа что-то отображается, непонятно что. Это очень-очень странновато, я бы сказал. Какой-то ник? Баланс? Подожди, а мы что, сюда дровосеками что ли устроились или что? Ты хочешь спастись от ночных неожиданных товарищей? Ну да, хотелось бы. Если так-то по чесноку отуходим с тобой, здесь дерево какое-то добываем и так далее. Вообще ничего не ясно, ничего не понятно. Ну, я сделаю нам дом, ты добудешь нам еду. Хорошо, я ведь в курсе, как добывать еду. Для того, чтобы добывать еду, нужно же убивать. Я кого-то нашел, надо убивать. А, это ты что ли, Василич, извини. Я просто заметил, ты сказал найти еду. Ты ж не сказал, что для нас обоих. Можно было одолжить твою ногу, и все было бы замечательно. Так, у тебя же две ноги. А может, почку твою продадим? Дерево, которое ты собрал, дай мне его. Хорошо. Лови. Все, 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 все. А как его резко все выкинуть? Во. Спасибо. Сейчас. Пожалуйста, обращайтесь. Волшебная коробочка. Волшебный Василич. А почему вообще, собственно, в какой-то Арктике здесь какой-то резкий переход идет? Я даже не понимаю. Тебе я сейчас облегчу работу. Держи. Так. Это топор. И что, мне дальше деревья рубить? Пока что да. Василич, я на это не подписывался. А кто из нас подписывался на это, скажи мне? А что это какая-то фигня, я рублю, а ну это... А, извиняюсь, отдай мне. Ты им не порубишь. Почему? Потому что это совершенно другой мир. Тут совершенно другие правила. А откуда ты разбираешься? Какие-то правила, какие-то миров? Я был здесь. Ты был здесь? Я, наверное, опять почти 2 года спал. Да, очень даже возможно. Так, а мне-то что делать? Сейчас, сейчас, сейчас. Ты хочешь мне топор из земли сделать? Если бы. Я можно конечно... землянку здесь построить, жить в ней будем с тобой. Жить, не то жить, там все дела. Так, сейчас тебе топор нормальный сделаю. Давай, Василич, мне хотелось бы нормальный топорик, чтобы я им нормально мог рубить. Да. Могу еще голову рубить у людей. Не, ну это потом оставим. Могу даже с тебя начать. Так, не надо. Давай тебе топор умею сделаю. Я отказываюсь. Ты отказываешься? Ну мало ли что с тобой произошло. Мне кажется, что все-таки здесь творится что-то неясное и непонятное, потому что мы оказались в этом странном мире. Василич, я кушать хочу. У меня откуда-то в кармане жареные стейки появились. Ты меня опять подкинул? Пока ты спал. Подожди, я ведь даже не знаю, как мы с тобой встретились. Ты меня опять там поди взял, вырубил, куда-то затащил. Ну, у меня же оружия никакого не было, чтобы тебя вырубить. Так у тебя кулаки твои, это самое злостное оружие, я его всегда боюсь. Усы. Усы, да, усы Василича, это вообще, это, ох, какое оружие. Я знаю. Зато я не знаю. И много мне здесь дерева надо нарубить? Предостаточно. Ну, сколько, например? Ну, давай... Ну, штук так 60. Штук так 60? Нифига себе.
планка повысилась. Я что, дровосек от бога, что ли? Нет, отлично. Блин, жил не то, жил. Лучше бы дальше в пиццерии за бесплатные обеды работали, и нормально там все было. Хотя, подожди, а как мы вообще свалили из пиццерии? Мы же там вроде уснули. Я не помню. Я тоже не помню. Это все очень странно. Здесь постоянно происходят какие-то странные странности. Так, землю мне не надо. И мне немножко непонятно в этом мире, почему я срубаю ствол, а листва до сих пор продолжает расти. Загадки, на которые мы не найдем ответа, Леха. Да, я тоже об этом думаю, Васильич. Это очень и очень странновато. Так, что, ты где, тебе куда отдать? Я вот. Ага, иду, Васильич. Ты что, портал куда-то строишь? В пиццерию? Нет. Нет? Нет. Так, давай. Я тебе скинул. Вот. Спасибо. В кармашек тебе положил, чтобы у тебя в кармашке лежало, и все было замечательно. Сейчас тебе меч дам. Хочешь? А что ты вообще строишь здесь? Увидишь. Мне кажется, можно было бы чуть в другом месте это все дело построить. Так. Вообще, ну, ты в принципе, хочешь, да. Меч? Давай меч, Васильич. Я возьму твой меч, и чья-то голова упадет с плеч. Так, могу так. Еще топором рубить. На землю, да. Поешь. Будешь землю есть? Так, ладно, пойду поищу здесь какую-нибудь живность. С живностью однозначно нужно разобраться. Васильич, мне кажется, здесь вся живность твоих усов испугалась и свалила куда-то отсюда. Ну, здесь даже лед есть. О, заяц! Заяц, стоять, стоять, заяц! От меня еще никто не убегал! Отлично, и ты не убежишь. Нифига себе они здесь прыгают. А чем они здесь питаются? Ну, я, по крайней мере, ими питаюсь. Так, мне главное здесь не потеряться. Я, походу, крольчиху нашел. Нифига с нее, тут там всякие ништяков выпало. Это какой-то странный заяц. Стоять! Стоять, боец, кому... Нифига себе, он у меня обманывает. Мясо у нас будет. Ты как крольчатина относишься? Положительно. И почему у них красные глаза? Может быть, они болеют чем-нибудь? Ковид там, все дела? Мало ли что может произойти. Я не знаю. Мне кажется, или немножечко вечереет? Вечереет. Сейчас монстры выйдут. А куда выйдут? Ну, есть нас. Посижу у лавы, хоть погреюсь. Здесь тепло. И тепло, тепло. Тепло. Который... Чё, говоришь? Не, ничего. Так, у меня есть 3 шкуры зайца. Можно тебе что-нибудь из него связать? Носки. Кого, носки связать? Ну, ну да, чтобы тепло было. Главное, чтобы ноги всегда в тепле были. Блин, как же прикольно под водой. Не знаю, почему я умею разговаривать под водой, но точно уже вставили импланты. Не могу выбраться. О. Так, ты там отстроил, смотрю, домик, да? Немного. А ты молодец, Васильич. То есть мы в землянке, да, в какой-то жить будем? А что да? Хотя за неимением лучшего. Я даже не знаю, что здесь еще можно сделать. У меня перед глазами какой-то имплант вылез. У тебя сломалось что-то. Лопата. Лопата? Спички. А, подожди, мне на А, да? Чего? Академия, тебе на я. Ну ты лопат сказал. А, Академия, янтарь. О, здорово, утка. Утятинку давно не кушал, как раз вечерочком. Посидим немножечко, утят покушаем и так далее, чтобы у нас все было с тобой замечательно. Ты тоже так думаешь? Да. Так, слушай, нам надо потихонечку отсюда сваливать за мной. Куда сваливать? Землянку? Да-да-да. Тебе, может, дровишек еще нарубить? Не-не-не-не-не, сейчас... ты ж не хочешь умереть. Ну да, умирать мне как бы не хотелось бы. У меня есть кролища шкура, свяжи мне носки. А здесь можно что-то, свет какой-то сделать? Я сейчас и сделаю его.
Давай, Василич, хотелось бы со светом, чтобы все это дело было. Я знаю. О, тут смотри, какой-то парень идет. Здорово, братан, мы здесь живем, в гости заходи к нам. Пойдешь в гости? Что делаешь? Ну, я не знаю, гостей привел, это Коля. Здорово, Коль. Коль, ты что дерешься-то сразу? Опять напился чего-то и дерется. Что за колено нынче пошли, непонятные? Мы прям здесь так жить будем? Ну, пока не так, конечно. Но ты не хочешь из кроличной шкурки что-нибудь сделать? Так, по кусочку. Не, стейки есть вкусные, кстати. Мама готовила. Твоя. Я бы тоже хотел. Не, слушай, просто я в гости к тебе заходил, тебя не было, она говорит, Лёш, зайди покушай. Стоп, откуда ты знаешь, где моя мама? Я её не видел уже дня с матой-то. А ты как? Подожди, это не твоя мама, что ли, была? А кто это был? Не знаю, ну просто, значит, кому-то зашел, меня угостили. Отец, поел на халяву, так ищи его. Ну да, я говорю, Василич дома. Может, это муж у нее Василич есть? Говорит, заходи покушай, говорит, Лёх. Тебе дать крольчатины сырой? Чуть поготовишь с ней? Давай. На, еще есть вот курятина немножко, хотя странно. Вроде уток убивала, из них курятина выпала. Это так задумано? Вот перо тебе. Подожди. Хотя, может быть, мне его себе забрать? И ты твоей крови, чтобы на стене написать? Как ты думаешь? Ну чернил же у нас нету. На, перо. Я сейчас тебя грохну, иди отсюда, Леха. А что можно сделать с кроличьей шкурой? Связать себе носки. А как? Я вязать просто не умею. Я ж в армию-то не ходил. Почему тут армия? Леха! Не знаю. Мне кажется, сейчас... Швейные войска, все дела. Так... Вкусная курочка есть. Так, у меня стейк откуда-то взялся. На курочку, которую ты набил, жареная. Отлично, курятина, ну только я не хочу кушать. Я уже наелся. Вовремя наелся твоими обещаниями. А может ты мне какую-нибудь... Подожди, а как эту кирку сделать? Смотри, первая, вторая, третья позиция это камни, пятая и восьмая это палки. Так, а палки как сделать? Напомни ко мне. Короче, сейчас я тебе сделаю все просто. На. Давай, Василич. Буду куда-нибудь копать. Я парень простой. Лопату дали, сказал, копать, копаю. Молодец. Куда-нибудь все ниже, ниже и ниже. Куда-нибудь все равно я докопаю. Докопаюсь до истины. Здесь вот. Темно, Василич, не вижу ничего. А подсвети-ка. Дай мне этот факел. Сейчас. Потому что мне кажется, там какая-то пещера. Возможно, там друганы наши придут какие-нибудь. Ты шибишь новых людей, новые знакомства там туда-сюда? Нет. Нет? Mm-mm. Так. Во. А, нет, мне показалось, здесь просто темно было. Ну, не знаю, если долго копать, можно куда-нибудь что-нибудь накопать. Как там на улице дела? А то мы просто в каком-то бункере сидим. Может, там конец света произошел? Давай договоримся, только друг друга не есть. Сейчас я посмотрю, что там. Чтоб только я тебя ел. Темно. Не видно нифига. Это фигово, когда так. Знаю. Мне кажется, я здесь никуда не докопаюсь. Тебе не кажется. Думаешь? Думаю, думаешь, знаю. Думаешь, здесь нет пещер? А как же пещерные люди и так далее? Их не существует, Лёх. Может, я тут видик найду сейчас? А, у нас телека нету. Вот это о, я же говорил, я докопаюсь. Только тут маленькая проблемочка. Высоковато немножечко. О, летучие мыши летают. Железо, кстати, есть. Отлично, давай. Но мне только спуститься надо. Что-то здесь как-то это... Не хочу я туда вниз так спускаться. А придется.
Да сейчас дойду до выхода, я думаю. Кто-то рычит, Василич, ты рычишь или мой желудок? О, замечательно. О, здесь Коляныч. Колян, пойдем куда-нибудь. Уходи от меня, плохой Коля. Плохой. Молодцом, слабоседаром. Двух собаком. Подожди, а что он в руки взял? Откуда у них золото? Я же говорю, это пещерные люди, с ними торговать можно. У тебя есть что-нибудь, братан? Давай поторгуемся немножечко. Уходи! Я тебе говорю, уходи! В мир иной. Вот, Лёх, что ты там насчет слов говорил? А, тут какие-то ребята меня стрелами кидают, стреляют, это нормально? Нормально! Ё-моё! Угу. Что-то пошло не так. В смысле? Ну, я немножечко того. Я оказался непонятно где. Что мне теперь делать? Хлопать глазами. Хлопать глазами, думаешь? Да. Сейчас, подожди, хлопну. Василиш, как я тут оказался? Я тебе искусственное дыхание сделал. Искусственное дыхание? Тебе усы не мешают это делать? Нет. Мне бы там забрать бы ништячки свои. Я надеюсь, меня там опять не хлопнут. Не хотелось бы как-то. Кстати, а на улице что у нас сейчас? Не знаю. О, день. День на улице? Да. Дай мне факел, а то я не вижу здесь нифига. Снова? Да. Один, дай мне факелочек. Сейчас. Милый мой дружочек. Ну, тут парень какой-то горит. Что, вечеринка огонь была? Всю ночь поди гулял, да? Ну, мясо нашел. Мясо будешь? Да. Там Колян идет. Надеюсь, уйдет куда-нибудь. Да они все сгорели. А твоих диких усов? Угу. И не только от них. Так, замечательно, я все забрал. Нифига себе, ты мне сколько факелов дал. Так, а нам что-нибудь надо, нет? Ну, типа угля там и так далее. Да, нужно. Лёха, ты где? Ну, снизу. Ага, я хотел тебе это... Пора... Развлечься с тобой. Развлечься со мной хотел? Мне это уже пугает. Ты не в том смысле подумал, Лёха. Ну, в плане, ты хотел прогуляться? Где ты там? Копаю. Да, вижу. Привет, Лёха. Я сверху. Сейчас. Ты... Спасибо, я, конечно, хотел пить. Но снег я и так мог. Ням-ням-ням-ням-ням. Все прекрасно. Все, развлекся? Да, мне нормально. Мне тоже нормальненько, в принципе. Так, ставлю это и занимаюсь дальнейшими постройками. Понятия не имею, чем ты там занимаешься. Я здесь хожу, вообще что-то копаю, в смысле. Жил-жил, значит, не тужил. Теперь хожу, что-то копаю. Там копаю, здесь копаю. Чё-нибудь где-нибудь накопаю. Шахтёр. Шахтёр, да, не говори. Почётная профессия. Уголь-уголь добываю и нифига не замечаю. А, всё, у меня всё сломалось. Кирка сломалась у меня. Вот такие вот дела. Как же вылезти отсюда, я не помню нифига. Я к Василичу иду. Я к Василичу приду. Что-нибудь он скажет мне когда-нибудь во сне. Ай ты шутник, Василич, а? Здравствуйте. Здрасте. Как, что нормально всего нажарили? Может быть, да. Пойдем прогуляемся куда-нибудь, нет? Можно, мог. Сейчас только вот девочку вот так. Возвращаемся, а дома нет. Да-да-да, кстати, кто-нибудь зайдет у нас здесь, вынесет все.
Так. Ну-ка, погоди-ка, погоди-ка, сейчас, погоди. Мне нужно кое-что сделать. Например. Сейчас, 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 сейчас. Так. А ты где? Я дома, сейчас. На цветочек, Васильевич. Спасибо большое. Вот. Пожалуйста, обращайтесь. Так, так. Цветочек. О, нифига себе, там прикольно. Ой, холодно. Блин, я походу простудился там. Эти странные дела. Васильевич! Крещей, крещенские морозы еще не наступили. Рано, рано ты. Да блин. Лех, это не смешно, я застрял. В смысле застрял? Да вот же у тебя выход есть. Все, все, все. Блин, я реально походу простудился. Нифига себе он. Это что, какой-то демонтажник? Демонтажом занимается? Ну смотри, зайчик прыгает. У него глаза красного, по-любому что-нибудь болеет. Я не могу по нему попасть. Я тоже не могу тут по зайцу попасть. Все, попал. Попал, попал. Я на причал. Да, Васильевич, мы с тобой лучшие охотники в этой вселенной. Так, стоять, заяц. Так, я убил своего. Васильевич, ты обязательно попадешь. Нифига себе, он живучий. Главное друг друга не перебить, пока мы его убиваем. Да я тебя случайно мечом так воткну. Может, пойдем прогуляемся немножечко? Так мы что делаем? Ну, не знаю. О, смотри, там какой-то баскетболист стоит. Это строитель какой-то или кто это? Здрасте. У вас хорошо все? Он ушел куда-то. В небытие. Да, в небытие. Вот опять появился. А что он стоит-то здесь? А как ты снежки собираешь? Лопатой. А, у меня нет лопаты. На. Васильич, лови. Иди ты нафиг. Ну-ка, если в лаву их. Они тают. Ну, вряд ли лава потушится, да. Я тоже об этом подумал. Было бы немножко странновато. Если горы снегут, то мне кажется, прям хорошо так. Ой, как хорошо. Главное, далеко от дома не уходить. Давай этого строителя поймаем. Куда? Ну, не знаю, в клетку. Нет, в смысле, куда он исчез? А вон с другой стороны стоит. Ой, там дом? Где? Там, где? Иди за мной. Пойдем. Он обозлился. На обиженных вод возят. А че он вниз-то ушел куда-то? Он рот открыл. А, не трогай меня. Фига мы его толпой тут окучили. Угу. Вдвоем на одного, правильно? Смотри, вот дом. Тут много домов. Может, там есть ништяки какие-нибудь туда-сюда? Погоди. О, прикольно. Смотри, ты урожай чьей-то грядки собираешь? Я просто верну потом все на место. А тут кто-нибудь живет вообще, нет? Подожди, это что, сарай, что ли? Ферма? Смотри, а тут телепорт есть. Можно мы ни в какие телепорты не пойдем? Мне не нравится идея быть съеденным кем-то. Вау. Васильич. Я куда-то попал. Ты в портал зашел? Да. Так выйди из него. Думаешь? Ну да. Нам же еду надо. Здесь по-любому можно кого-нибудь съесть. Нет. Нет? Нет. А тут даже нет ничего. Здесь даже идти-то толком некуда. Ладно, пойду назад.
Шатаю, шатаю, психику расшатаю. О, вышел. Подожди, мне кажется, или там доме ништяки какие-то? Дом закрыт. А чё он закрыт? Ключей у нас нет. Ну, давай это, сделай. В смысле сделай? Ну, ты думаешь, это так легко? Ну, не знаю, там, сходи на курсы, обучись. А он с другой стороны дом открыт. Собака лает. Бесится уже на тебя. Подожди, я где-то здесь что-то видел. Тут смотри, тут что-то спрятано. Где? А, в доме. Так ты внутри, да? Да, с другой стороны вход есть. Ну я зашел, лестница. Вот, вот это что такое? Вот там внутри. Да ты туда не пройдешь. Умный, что ли, думаешь, самый? Не знаю, что это такое, первый раз вижу. Я тоже первый раз вижу. Давай здесь походим. Кстати, у него тут елочка прям к Новому году нарядил. Молодец какой. Можно прям жить здесь. Я набрал сено нам на хлеб. Сено на хлеб набрал? А угу. Как с этой, с манекена снять? Здесь собаки. Здорово, собакен. Скажем так, в этом мире есть магия, защищающая дом. А, да? Тут а собак можно убить? А почему они все... Собаки, ну-ка, кыш отсюда. Вы что, на кровати спите? Идем домой, вечереет. Вечереет? Да, ты ж не хочешь быть убитым. Ну да, как-то не сильно хотелось бы. А то сейчас еще в доме кто-нибудь возьмет, закроет. Да, могут. Вообще бы не весело было бы. А тут елочка, кстати, скоро же Новый год. Да, я про что только что и сказал. А что у нас будет на Новый год? Фигушка у нас будет на Новый год, Васильич, фигушка. Опять? Опять. Так, а ты где? Возле сена. Ага, я тебя вижу. А что с ним? Ничего. Это так и должно быть? Да, магия. А то если я какой-то газонокосилкой ощущаю. Бежим, бежим. Ай. Подожди, нифига себе. А чё он такой нарядный? Ну, такой нарядный получился. Ты... У меня есть стрела замедления и шахтер. Интересует что-нибудь? А ты где? Я вон за тебя. А, хочешь это, фокус? Фокус? Смотри на тот берег. Ага, и я там ничего не вижу. Нифига себе ты, Васильич. Ты, так сказать, приманиваешь неприятности, да? Скорее, я пришел к неприятностям. Бывает, бывает и такое, Васильич. А где наш дом? А, мне кажется, он... Да-да-да, вот здесь сейчас будет. Да вот он же, нет? Где? Он где-то прям вот а здесь. А вон дальше, вон он, вон он. Да, действительно. Тебе нужна замедляющая стрела? Зачем? Ну будешь всех замедлять. Заходи. Будем давай. Звать тебя Тормоз. Спасибо, Лёх, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь всегда. Так, я думаю, что пора позвать его, нет? А, я тоже думаю, пора звать его. Давай, позовем. Ну, в смысле, администрацию. А, администрация. Администрация. Администрация.
Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник, Максимус Чаннел. У нас тут, как обычно, целый день какие-то проблемы. Сначала проблемы в Гаррис Моде, потом у нас проблемы в ФНАФе, теперь проблемы у нас здесь. Вот как-то вот так вот все это дело у нас получается, к сожалению. Мы не можем в Майнкрафте друг другу цепануться, но сейчас мы разберемся с этой проблемой. Поэтому нам пришлось играть на каком-то непонятном сервере, так тестово, так сказать, запилить, посмотреть на вашу реакцию. С учетом, что это четвертый ролик, я уже еще и сижу и кашлю, я не шутить уже ничего не могу, если честно. Ребята, если вам понравилось, напишите об этом в комментарии, поддержите лайком данный ролик, и также подпишитесь на мой канал и на канал Максимус Чаннел. Ссылочку на него найдете в закрепленном комментарии, ссылочку на него найдете в описании. У него уходит куча разных прикольных теорий, ребят. Все, я даже не знаю, что больше сказать. Нам нужно просто сесть сейчас, дальше разобраться с этим, чтобы в следующий раз нам нормально начать. Потому что мы за сегодня всего записали 4 ролика, у нас время уже к концу подошло. Поэтому, ребят, лайк, подписка, колокольчик, вступление в группу ВК и все самое важное. Следите, поддерживайте нас и знайте, что это было шоу хриплых. Василий, встань на фоне окна. Дай на тебя посмотрю. Ах ты какой симпатяшка-то. Так, а можешь на меня смотреть? Ага. Я у тебя рот вообще есть? У тебя заросло все, Василий. Все, давайте, ребят, всем пока, увидимся. В профиль. Да. Какой ты красивый у нас. Давайте будем здесь жить за стеклом. Передача за стеклом. Всем пока. Всем пока. Это было шоу хриплых. Увидимся.